При подключении флешки к телевизору флешка не определяется. Что делать? В первую очередь можно попробовать просто выключить телевизор и повторно включить телевизор. И после этого флешка, возможно, начнет работать. Если выключение и включение телевизора не помогло, и флешка все же не определяется, в этом случае стоит проверить. Если у вас подключены через кабели удлинители, вот как у меня сейчас подключена через кабели удлинители USB флешка, нужно отключить кабель удлинитель и подключить его напрямую в разъем USB на вашем телевизоре. После этого флешка определится и начнет работать. У вас есть несколько разъемов на телевизоре для подключения USB флешек. Попробуйте подключить его в другой разъем. У меня здесь 3 разъема для подключения флешек. Я могу отключить с одного разъема и подключить, допустим, на верхний разъем для подключения USB устройств. Открываете Source и здесь ищите вашу флешку. Вот у меня в списке появилась USB диск. Это моя флешка. Флешку, если у вас файловая система NTFS, отформатируйте файловую систему FAT32 и после этого скопируйте фильм и воспроизведите на телевизоре. Проблема с самой флешкой. Взять другую флешку и подключить в другую флешку, ваша флешка начнет определяться на телевизоре.